Эх, славный был паренек. Больше ты с Фиксаем не увидишься. Да-да, это я про твоего собрата, корова. А вы что, думали я этого? Соседского сына грохну? Как там его этот? Эдисон, да-да. Так, здесь прибрался. Надеюсь, никто не узнает мой секрет. Чего ты там опять в кладовке застрял? А ну-ка вылазь! Журнальчики, небось, опять свои смотришь? Нет, ты у меня единственная, дорогая, единственная, больше никого нет. А ну быстро пошел жрать мою курицу. Обожаю эту курицу. Я про жену, если что. Привет, друзья, Фиксай, добро пожаловать обратно в Skullboy Runaway в Майнкрафте. 10-я концовка. Мне передали, что батя что-то там делал в огороде с лопатой, а это означает, что он там что-то рыл. А это, в свою очередь, означает, что сегодня мы сбежим новым способом. Господи, каждый раз нужно сбегать новым способом, потому что родители перекрывают дыхание полностью. Закрывают чердак, убирают машину. Ну что делать вообще? Не надо, даже мама с папой поругались. Надеюсь, в этот раз они помирились, потому что когда они злятся, мне хуже от этого становится. А Эдисон, друг мой, его соседа выкинули вообще. Когда он появится, фиг его пойми. Батя не заметил, что вы ставили лайки на прошлую серию, поэтому ставьте прямо сейчас и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. А мы начинаем. Приятного просмотра. Так, ну что же, я уже вижу там гриль, вижу, что машины нету, начинаем проверять, что у нас есть по сундукам. Так, учебник по физике, да мы на всякий случай возьмем, ноутбук проверим. Опять это новость, что YouTube заблокировали, а? Но его еще не полностью заблокировали на самом деле. Но, друзья, пожалуйста, перейдите прямо сейчас в телеграм-канал, подпишитесь. Получается. Потому что если YouTube заблокирует, то мы с вами потеряем коннект, понимаете, потеряем связь. Нам ни в коем случае нельзя это. Опачки, арбузик. Арбузик, хорошо, на всякий случай прибережем его. Так, аккуратненько. Забегаем в ванную и смотрим, что здесь есть. Сломанная лестница прямо в ванной. Отлично. Вот это повезло, что она находится не в кладовке, как в прошлый раз. Цифра 3. Цифра 3. Моментально просто с лету запоминаем цифру 3. Ну, или цветочки просто записываем уже совсем ее. Заскучали без меня. Так, мама пошла в сад, не обращаем внимания. А главное, чтобы никто не пошел в туалет. У нас надо есть... бы проверить, учит ли этот балбес урок. Вот это я сейчас... О, как же сейчас повезло, что мама была спиной ко мне. Так, ага. Учишь? Вольметр присоединен ко второй, бла-бла-бла. Батя свалил. О, еще, вот и буквально выбежал бы я на 2 секунды пораньше, мать меня поймала бы и все. Нахлобучила бы мне еще как, по самой не хочу. Так, все, цифру 3 мы с вами записали, запомнили. Смотрим здесь, вроде бы больше ничего нету. Отлично, все, вот я бы показал, как надо. Бать, ты мне лучше покажи, что у тебя там это в кабинете находится. Но потом я сейчас по-быстренькому на кухню. Чё так темно у нее здесь? Рычаг от вентиляции. Вообще хорошо, идем. Так, ох, здесь спина, ничего. Понял? Спина. Понял? Так, ладно, выключаем. Все, уходим. Возвращаем все, как было. Тихо. Легонечко, аккуратненько. Черника! Ты серьезно? Черника? У тебя, блин, вон! Ну вы поняли, что у него там лежит? Какая черника вообще? Прикалывается, что ли? Так, смотрим, кларнет, ключ от машины, седло. Может, батю оседлать? Так, включаем. Смотрим, скрипка, наручники, смычок, сейф. Пистолета. Вы мне все постоянно пишете, Фиксай, попробуй концовку с пистолетом. Ребята, вы представляете вообще, что это такое? Это будет финальный побег, мне кажется. Когда-нибудь, если увидите концовку с пистолетом у меня, то это будет, скорее всего, финальный побег. Опачки, две дубовые доски. Хорошо. Так, компьютер бати. Не-не-не, в этот раз я лезть не буду. Я больше не хочу каких-нибудь страшных новостей от него. Там какой-то подвал у него в кладовке находится. Тихо. Да сколько можно? Я случайно топнул, но слава богу, в этот момент он смотрел футбол. Так, окей, смотрите. Подождите. Мне нужно все внимательно здесь проверить. Так, дубовые доски. Карта 5 уровня. Нам нужна, чтобы сбежать. Ай, нам нужно стиралку включать в любом случае. Ужас. Ой-ой-ой. Пока что сломанную лестницу положим сюда. Пойду схожу в туалет. Давай, батя. Камни в почках, это не предел. Так, арбузик, значит, у нас останется с нами. Стоп, я же там свет выключил в ванной. Так, по-моему, он только что включил его. Вот, все бати так ходят в туалет с такими звуками или нет? Напишите в комментариях, мне интересно понять. Все. Подожди, чё? Я же время теряю, подожди. Ой, хорошо. Блин, здесь ничего. Подожди, светильник. Отлично, тихо. Когда он уже придет, я не понимаю. Стоп, а я здесь смотрел?
Да, смотрел. Пора проверить курочку в духовке. О! Вот это сейчас было резко! Вот это сейчас было внезапно! Да кто ж так играет-то? Тихо. Тихо. О, все. Так, мать, получается, у нас на кухне находится, а мы, в свою очередь, сейчас откроем вот это вот. Ключ от кладовки. Как обычно, он там находится. Ой-ой-ой, что делать? Так, окей, рычаг, ты останься пока что здесь, а я пойду открою кладовку. Подрубаем потолок. Что не работает? А, вот все. Так, цифра 2, отлично. Следующая цифра, цифра 2. Значит, что здесь у нас? Снотворное. А давайте в этот раз батю усыпим. Потому что я не знаю, насколько будет громко делать подкоп. Надо еще проверить, где его вообще делать. Так, молот. Странно, что за молот такой? А, точно, молот для лестницы сломанной. Ну зачем нам на лестницу? Ладно, хорошо. В любом случае... Да что ж с тобой не так? Да... Даже Галя бы лучше сыграла. Это, кстати говоря, новая фраза. Так, молоток убираем, это нам для лестницы. Дубовые доски для какого-то крафта, я не знаю для чего, если честно. Стоит проверить, делает ли он уроки. Нет, не стоит, мам, вообще не стоит проверить, делаю я уроки или нет. Но ты же знаешь, мам, я у тебя послушный сын. Вот же дебилы в команде. Внимательнее занимайся, чтобы на пятерке все выучил. Хоть раз бы она меня позвала обедать курицей. Ну, хоть раз бы я покушал нормально, а вот мне эту валерьян купил бы. Постоянно. Так, все, пойдемте. Хорошо, хорошо. Что нам делать? Вот я не понимаю. Вот так вы сразу-то, че ж всегда так не играете? В бате мы все проверили. А, мы сейф еще не открыли. Окей, давайте попробуем открыть сейф. Нам нужна последняя цифра. Стоп, 3. 3 у меня уже была. А где тогда последняя цифра? Гол! Тихо. Аккуратно. Мама свет включила. Нет, тут нету. Странно. Тогда очень странно. Ох, ну и вкусное теща получается. Тогда... О, 6! Господи, прям тут 6. Все, записал. Прекрасно. Да забей ты уже. А чё ж там делать-то тогда получается? Все, иди открывать сейф у бати. Ну да. Так, быстрей. Сюда. Хорошо, так, включаем свет. И погнали. Так, 3, 2, 6. Пробуем. 3, 2, 6. Нет, ну как всегда, вот с первой попытки нифига не получается. 6, так, 2, 3. Кто-то мне пишет. Почему? Когда я решил открыть сейф. Ну, господи. Так. Ну! О, продолжаем. 6, 3, 2. 3, 6, 2. 3, 2, 6. Так, что-то есть захотелось. Пойду забахаю шашлычка. Что? Какой шашлычок ты забахаешь? Где? Только не в моей комнате и не из меня, пожалуйста, батя. Подожди. О, конечно же, чуть не забыл. Чуть не забыл. Хо-хо-хо! О, там только что его голова была. О, батя шашлык делает. Подожди, а ничего что? Стоп, мама делает курицу, а батя делает шашлык. Но при этом, а мама вообще знает о том, что он делает шашлык? Чё-то они начали жить как-то по-своему, ребят, я не знаю. Ну ладненько. А, все, значит, у нас есть выход на улицу. Мне точно понравится моя курочка. Подожди, она сейчас про меня или про батю говорит, я не понимаю. Вот это интересно. Так, а теперь быстренько к себе в комнату. Подождите, вы слышали? Он говорит быстренько. Он говорит быстренько к себе в комнату. Это означает, что он не хочет, чтобы либо я не увидел. Устрой-ка я ему засаду. Ты чё, офигел, батя? А если бы я здесь не был? Опа, учишься. А если бы я здесь не был? Ну ладно, смотри мне. Вот же наглый, а! Ну хорошо, мы с вами вообще еще ни разу не спалились. Отлично. Так, все. Ключ от кладовки нам больше не нужен. Дубовые доски, зачем они нужны? Может быть, чтоб лопат? Погодите-ка. Что-то здесь и не так. Аккуратно, аккуратно. Вот так вот. Сюда. И нифигашеньки я сделать не могу. Неловко получилось. Ну ладно, ладно. Но сначала перекусим, друзья, арбузиком, потому что это самое... А вы что думали? У нас тут все реалистично. Ох, цветочки мои, цветочки. Все, погнали. Как же они там поживают? Молото... Ну почему я только на улицу собрался идти, мама? А интересно, а мы можем как-нибудь прокрасться незаметно? Так, все, погнали.
4081. Погнали. 4081. Так, аккуратненько. Погодите-ка. Я... Аккуратно! Тихо! Вот здесь прячусь. А ну иди сюда! Нет! Взял, значится, заметки в руки. И будешь писать 10 раз. Я буду учить уроки. Что? Новое наказание! Я буду учить уроки! Что? Подождите, а что если я отдам ему вот так вот? Ты что, меня обмануть решил? Подождите, стойте, а если я ему еще раз кину? Я же сейчас не вытерплю. Давай, я хочу, чтобы он не вытерпел. А ну иди сюда! Поздравляем, мы вернулись с первой концовки, когда мы проиграли. Я не думал, что можно выбесить батю, и мы из-за этого проиграем. Все, в этот раз, точнее в следующий, мы больше не будем так сильно его бесить. Фух, ладно, пойду находить предметы заново. Я к вам вернусь через секунду. Ну такую курочку Генка точно не пробовал. Ему понравится. Я тут только собрался продолжать, а тут уже мама говорит про Генку и про какую-то курочку. Да сколько можно? Ну ладно, ладно. У нас новый пароль 5312. Ребят, запоминайте, чтобы пробраться ко мне домой. Ладно, шучу. Так, о, собаку мою вернули. Я не знаю, кто ее спер в прошлый раз. Прости. Но мяса у меня в этот раз нету. Все, погнали. Нам нужно сейчас пробраться на чердак. Ставим сюда и погнали. Опа. Хорошо. А что это за звуки с улицы? Нет никаких нужно звуков. Пойти проверить. С улицы нет никаких звуков. Так, я знаю, что если я сейчас пойду на этот чердак, то ну она... Ну давай, пасуй. Где комната бати? А, вон она. Сейчас. Так вот может делаем. Может быть, это с чердака? Хорошо. Во-во, видите, мама пошла на чердак проверять, поэтому все. Слава богу, что мы не пошли туда. Так, возвращаемся. 5-3-1-2. 5-3-1-2. Опачки. Тут никого нет. Прекрасно. Все, идем к себе домой. Пыльно. Опасно, страшно. Так, молоток нам больше не нужен. Карта 5 уровня оставим. Наверное, показалось. Ну все, в целом, все. Отлично. Подождите, стоп! К маме домой. О, ты что на кухню? Я ж тебе проверял кухню, точно! Может быть, здесь мед есть? Да, мед есть. Черт его побери! Тихо. Бывает же такое, а? Бывает. 5-3-1-2. Все. Так, что-то жрать хочется. Пойду заточу шашлычка. Да нет, какой шашлычок, а? Ладно, все, за это время мы с вами... Пчела, точно. К пчеле бежим. Так, ага, где наш мед? Задобрить пчелу. Погодите-ка. Ломик. А куда это он собрался? Кто? Я? Я никуда! Да мои ясные дни. Чё, оставляю хуй? Себе. Гена, а чем это ты тут занимаешься? Я ничем. Чё происходит? То есть ты сейчас жаришь курицу, вместо того, чтобы кушать мою замечательную, великолепную, прекраснейшую курицу? Начнем да я на тебя потратила лучшие годы своей жизни. Готовила, стирала, убирала. И вместо того, чтобы сказать спасибо большое, ты у меня такая замечательная, такая хорошая, ты выбрасываешь мою курицу в мусорный бак. Я 30 лет ем эту курицу, я скоро кудахтать начну, я не ел говядины, я не знаю сколько лет. Ну она же такая вкусная, ты сам это говорил. Было. Ну, лет 5, наверное, но не каждый день. Вот держи, батя, ящик держи. Меня убивает этими словами.
А что это за ящики? А что это за ящики? Кто? Что? Нет! Ах ты! Нет, 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 нет! У меня нету лопаты! Тихо, быстрее, 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 быстрее! Где? Где лопата? Ну иди сюда! Слышь, нашел, нашел! Нет, 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 нет! Тихо, 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 тихо! Хорошо, 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 хорошо! А-а-а, что делать? Сено, 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 сено! Быстрее, 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 назад, 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 бежим, 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 бежим! Хорошо, хорошо, хорошо! Вот здесь дверь закрываем и, опачки, не разбились, хорошо! А-а-а, тихо, тихо, тихо! 5, 3, 1, 2, вот так вот, 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 сюда, все. Соединение ламп и напряжение присоединен к первой лампе. Вольтметр присоединен ко второй лампе. Электроны по проводам, поэтому лампе справа. В шкафу спрятался! Оп. Нет. Как я обожаю над ними прикалываться. Все, он успокоился? Ух, слава богу, слава богу. Все, теперь нам нужно незаметно. Вот я бы показал, как надо. Отлично, родители, забивают фиг на своего сына и все. Аккуратно. Вот так вот делаем. Хопа, хопа. И все, погнали сбегать. Лопата готова. Тихо. Ух, нужно отвлечься. Пойду постираю вещи. Ой-ой-ой, все, нужно срочно сбегать, нужно срочно сбегать. Какой пароль? А чего это ты здесь стоишь? Мой дорогой любимый сыночек. Убирать пол, да? Быстро это выпил при мне. И что больше не прыгал, бегал, не скакал мне тут. Пошел смирно учить уроки. Так, окей, а если я выкину валерьянку? Мы с этим в прошлой серии очень много пили валерьянку. Так. Я сказала, пей! Ладно, все, все, я не хочу переигрывать, я очень не хочу переигрывать, все. Теперь учить уроки. Как в таком состоянии учить? Все, погнали, 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 погнали. Мама наказала, но ничего страшного. 5, 3, 1, 2. Надо бы пойти пожарить шашлычка. А, тогда мне нужна стиралка. Батя пошел жарить шашлыки. Каменная лопата. Хопа. Все, отлично. Ух, ну цветочки совсем соскучились. Пошел побег. Тихо. Хопа. Хопа. Все, на свободе, на свободе. Погодите-ка. А чем это ты тут занимаешься? Да что ты опять тут... Я цветочки поливаю, ухаживаю за нашей территорией, а ты опять за свое, да? Я твою курицу в гробу уже видал, все, отстань от меня. Да ты позаезжарь, ты ее не умеешь, ни за сыном смотреть не может, ни курицу пожарить. Да что ты вообще жарю говядину, говядину. Да это говядина, жесткая, противная и невкусная получится, смотри. Вот именно, что ты не умеешь ее жарить, а я коровку сам зарубил. Иди лучше за сыном приглядывай, а то так, у нас вон только бестолочь растет. Все, 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 я побежал, а куда мне бежать? Кстати, о сыне. А где он? Бежать надо, спалили, спалили. Вон они сзади, вон они бегут. Я не знаю, к рыбаку, к рыбаку. Вы мне писали в комментариях, к рыбаку надо. Быстрее, 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 быстрее. Ну раз игра-то не заканчивается, то 100% к рыбаку-то бежать надо. Тихо, сюда, куда, куда, я не знаю. Что, где, где, о, сюда. Так, быстрее, заходим. Что это? Лучок, привет. Привет, рыбак, да я что, офигел, что ли? Я тебе сейчас, убери нож, я тебе говорю, убери. Убери нож! Да уж, друзья, такого ожидать даже я не мог. Ну, вот такая вот концовка с рыбаком. Чё поделать? Да, был рыбак, нет рыбака. Главное, что концовку прошли. Ну, он реально опасный был, там куда-то с ножом на меня шел. Чё мне оставалось делать-то? Чё увидел на столе, то и произошло. Друзья, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на телеграм, потому что YouTube могут заблокировать. Ни в коем случае нельзя нам терять связь с вами. Покупайте мерч, потому что сейчас холодает. Там есть толстовочки черные, толстовочки красные. Поэтому покупайте мерч и приходите на концерты. А для вас, всем удачи, всем пока.